И в продолжение темы. Первое в этом году выездное заседание Ассоциации застройщиков состоялось на одном из объектов Треста КПД в жилом комплексе «Новая Дема». Премьер-министр Андрей Назаров предложил руководству предприятия пойти по пути многоэтажного строительства из сверхкрупноразмерных железнобетонных модулей. Технология позволяет производить уже готовые квартиры, что приводит к снижению сроков строительства до нескольких месяцев. При этом качество дома заметно возрастает. Модуль представляет собой полностью отделанное помещение свободной планировки со встроенными в него инженерными сетями. По нашим первичным прикидкам ТЭО получалось, что оборудование для модульного домостроения купить плюс затраты при строительстве, вот начиная от кранов и все остальное, было такое же, как однослойная новая панель, однослойная панель, утеплитель, вентилируемый фасад. Вот почти один в один. Качество, да. И качество, оно, в общем-то, достаточно быстро будет жителями оценено. Второе, ну, это может повлиять в итоге и на стоимость, и даже при равной стоимости, например, сегодняшним, ну, скажем, панельным, если жильем, то за счет того, что все будут понимать, насколько это качественно сделано все, то, в общем-то, уже при этом будет выбор в пользу панельного, вернее, модульного жилья. Напомню, в прошлом году в Башкортостане построили 3 миллиона квадратных метров жилья. В этом году, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, объем строительства в республике сократился на 5%. Причем крупнейшие застройщики региона снизили темпы на четверть.